И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем цикл розыгрышей. Как я и обещал, 50 мобильных телефонов. Год сегодня 47-й мобильный телефон. И помогает нам... Наташа. Боже, прям как мою первую. Опять Наташа. Наташа нам помогает сегодня разыграть 47-й мобильный телефон. Раскручиваем лототрон, определяем последнюю цифру порядкового номера вашей книжечки. Доставай, Наташа, только не туда смотри. Один? На меня смотри, Наташа, отвернись. Вот. Так, поверни тут туда и смотри на меня. Итак, последняя цифра порядкового номера, цифра 5. Забрасываем шарик на лототрон, раскручиваем барабан. Определяем предпоследнюю цифру порядкового номера вашей книжечки. Предпоследняя цифра порядкового номера вашей книжечки. Наташенька, давай. На меня смотри. Что ты лалалакаешь? На меня смотри. Я сам лалалакать умею. Предпоследняя цифра 2. Забрасываем опять шарик лототрон. Лототрон 10 шариков. Раскручиваем барабан. Определяем третью цифру с конца. Третья цифра с конца. У нас цифра. Наташа, давай. На меня, конечно, на меня. Тут Ютя, глаза, слушай, очень синие, просто сказка. Цифра 4. Опять забрасываем шарик лототрон, раскручиваем барабан. Определяем четвертую цифру с конца или вторую с начала. Давай, Наташенька. 47-й мобильный телефон, Наташа. Ну что ты думал, сама можешь посмотреть? Ноль, молодец, ноль, Наташенька достала, даже знает, что нолик выглядит как кружочек. Итак, уважаемые дамы и господа, 4 последних цифры, 0425, то есть 425 и еще 0. Итого, получается, что первая цифра может быть 0, 1, 2, 3 и даже 4, потому что вы уже купили 44 тысячи книжечек. Оставляем в лототроне 5 шариков, 0, 1, 2, 3, 4, остальные изымаем. Наташенька, помогай. Забрасываем лототрон 5 шариков и определяем первую цифру порядкового номера книжечки. Держи. 47-й розыгрыш мобильного телефона. Напоминаю, ваша книжечка участвует во всех розыгрышах. Не вздумайте выбрасывать книжечку. Она играет и в этом году, и в следующем. Так, забрасывай 5 шариков у тебя. Итак, 5 шариков от 0 до 4. Определяем первую цифру порядкового номера выигрышной книжечки. Наташа определяет нам цифру. Итак, цифра... 4. Цифра 4, я таки вас поздравляю. Эта книжечка была куплена совершенно недавно. Примерно в сентябре, в августе месяце. То есть, человек, который купил книжечку под номером 40425, выиграл мобильный телефон. Заходите на сайт, проверяете, ваша книжечка, ваш номер совпал, вы мне звоните, оставляете адрес. Я вам высылаю в любую точку мира, прям с главпочтампа. Всего доброго, на этом закончилось 47-й розыгрыш тираж. До свидания, молодец, спасибо.